Та заява від команди Зеленського, яка опублікована на їхніх офіційних сторінках. Як вам вона і чи це теж як мав відреагувати? На сьогоднішній день це мнення громадянина Зеленського і його громадян, які його окружають. Це не должностні лица. Відноситися до них серйозно я би не став. Если бы это был действительно президент Украины, который прошел присягу, процедуру инаугурации, то это бы была официальная позиция Украины. А на сегодняшний день это досужее мнение, которое может расходиться на 180 градусов с тем, что он действительно будет делать. Такі дії взагалі президента Путіна, вони перевіряють, от багато хто каже, що він таким чином перевіряє Зеленського. Чи це готувалось до цього вже давно в російській? Ну, давайте откровенно. Для мене взагалі непонятно, чому такий шквал санкцій почав свалюватися на Україну після пораження Порошенка. Какой бы ни был Зеленский, я не поддерживаю очень во многом его позицию, но он еще ничего не сделал. Но мы совершенно точно знаем, что делал Порошенко. Какую недружественную политику ко всем соседям он вел. Что он делал собственным народом, населением, да, экономикой нашей страны. И тем не менее реакция была более мягкой. Наверное, просто время ускоряется. Я могу вам сказать одну вещь. На самом деле, в первую очередь, мы должны жить своими интересами, а не интересами наших соседей. И у нас действительно миллионы людей на неподконтрольной территории на сегодняшний день страдают. И они лишены защиты своих прав, свобод со стороны, в первую очередь, Украины. Поэтому тот шаг, который сделал Путин, я не думаю, у них и так раньше была возможность получать российские паспорта. В течение года была упрощенная процедура. За 5 лет кто хотел, их уже давно получил. Но сейчас, после этого шага, там действительно, возможно, появится гораздо больше граждан Украины, еще и с российским гражданством. А у России появится, наверное, обоснование потом защищать их военным путем, если вдруг решится новый президент, да, и новый главнокомандующий решать этот вопрос по военным путем. Дякую вам.